С Новым годом, дорогие друзья! 2021 год уже вступил в свои права, и, естественно, его надо начать красочно, сочно, с самой точной программой о испанском, а вообще мировом футболе, FIFA прогноз. Для вас ее, как всегда, ведут Роман Полинсков и Игорь Белоногов. С наступившим! Спасибо, Ром, тебя тоже и вас. С чего начнем этот год? С какого матча? Начнем мы... Закончили мы этот год матчем... В Австралии. Да. Куда мы перемещаем? Ну, в Испании, это я уже сказал. Кем играем? Играем мы сегодня андалусийское дерби. Реал Бетис против Севильи. Хорошо. Какие прогнозы на этот матч? Что нам говорят букмекеры? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Букмекеры у нас фаворитом выделяют Севилью. То есть вот 1x ставка дает 2.13. 2.13, да. Вилайн 2.08, а Пари Матч дает тоже 2.08. Бетис же 3.68, 3.63, 3.65. Все-таки на ничейку больше предпочтений, чем на победу Бетиса, причем дома. Почему так? Ну вот если посмотреть на таблицу. Настолько тяжело у них получается Новый год выдался. Да, что 2 января таки с трудом выползают на поле, типа, еще играть. Ну это весь мир такой был. Может быть и не будет. Хотя, ну, наш-то российский футбол точно. Чей один ролик Рубина, который уже провел новогоднюю вечеринку, чего стоит. Mm-hmm, кстати, да. Это был корпоратив на работе, у них получается. Ну да. Mm-hmm. Роспотребнадзор, давай. Атакуй, если хочешь. Спасай малый бизнес. Да, возвращаясь к тому, почему не верят в Бетис дома. 9 место. Вот, Севилья же 6. Но у них на 2 игры меньше сыграно, чем у того же Бетиса, то есть они потенциально на 3 место могут быть. А у Бетиса 15 игр, и они могут только вниз опуститься. Наверное, с этим связано. Даже при победе вниз опускаются. Да. Ну, на Новый год там. Да, интересно. Ладно, Бетис и Севилья, очередной тур испанской премьер-лиги. И ИПЛ-очки с Новым годом, да. Ла Лига у нас сегодня, поехали. Итак, началась у нас встреча Бетиса и Севильи. Интересно, судья там дает свисток или звон бокалов издает? Ребятки, дзынь. Ой, все, голова сразу болеть начинает. Так, ой-ой-ой-ой-ой, забирай! Понятно. Бас Лиг, да, правильно же прочитал? Бас Лиг, да. Бетис игроки пока не проснулись. Так. Так, офсайда нет, нет, офсайда, отлично. Отлично, и сюда. Ну-ка, и добить! Есть, сходу! Как он медленно бежал. Ну, да, мой вратарь, или... Вратарь мой. Домой тоже как-то так. Прям такой... Прям оливьешечка такая не давала. Колбасочка застряла, да? 1-0, Севилья впереди после... Сколько? После 8 минут от начала матча. Сразу стараться ковчик оформить. Так, нет, опять потеря. Ну, Барос, молодец. Киковчик последний раз в Испании оформлял Барселона. По-моему, когда Кики Сетьена уволили из клуба. Ну, там, да. Да. Киковчик был солидный. Так, тем временем у нас... 1-1. Так, Серхио Каналес. Нет, забрать. Отличный подарок. С Новым годом. Ну. И оп! О, понятно. Я все понял. Секир, какие новогодние фокусы устраивает. Походу на стадион. Да, о. Опа, штрафной. Так. Опять выцеливаешь кого-то на трибуну? Да. А, не, решил вот так прям пробить. Ну, давай. Ой, есть, я забрали. Хорошо. Отлично, отлично. Да, говорит, да, смотри, что могу. А что, забрать там, не забрать? Так, ну придавили, пацаны, надо и вот сюда. Это баланс у тебя, да? Это, да, о, есть. Ну, ладно, есть второй. Пора идти в атакующий футбол. Так, я тогда автобус.
Нет. Пенальти? Да серьезно? Ладно, ну ты чё? Серьезно? Он же даже не упал. Камон! Вот что тут было? Не, вот окей, это... смотри, касание есть. И все. Он продолжает движение, судья дает пенальти. Круто, ну давай. Сердечно, конечно. Чётенько по центру Бетис делает счет 3-1. Опа, вот это акробатические трюки годом, пошли. С Новым годом, с новым счастьем. Кто-то падает лицом в салат, а тут лицом в газон, да? Ну, естественно, сейчас по болельщикам бить будешь, да? Нет, сейчас, смотри, сейчас будет все четко. Ну. Это было круто. Да ну. Да ну отбери ты уж, пожалуйста. Ладно. Так. Под конец отобрал. На табло у нас 3-1. Бетис впереди. Владение. 76-24. Ну это нереально, по-моему. Вот такое владение, это просто нереально. Вот я давеча недавно смотрел, что я смотрел-то, Ливерпуль-Вест Бромвич, там после первого тайма владение было 82-18. А. Вот, так что все возможно. Ну давай посмотрим, что второй тайм покажет. Поехали. Перехвати. Давай, а чё, ну за... давай, есть, отлично, 3-2. Интересно. Фух, смог он разогнать свою тушку в штрафной площади и забил первый гол для себя в 2021 году. Молодец какой, круто, чувак. Да, ну... Да ладно, ну куда? Зачем? Алло, почему вы в эту сторону не можете разогнаться, в сторону ворот? А в сторону своих вы прям флеши какие-то. Ну, серьезно? Ну, да не удручайся, я сам это сделаю, чувак, зачем? В чем смысл? Ой, Иисус, ты что делаешь? Господи, 4-2, автогол. А впереди-то никого, ой, как круто-то. Давай, Ракитич, ну, Ваня, а Ваня, где... братан, бей по воротам. У тебя постоянно в атаке Ракитич. А я не знаю, что же... там делать. Ой-ой-ой, вот это хорошо сейчас было. Да, у тебя же схема с тремя нападающими. А я не знаю, что там. Постоянно... Он. Да. Ракитич. Да, реабилитируемся потихоньку. А, нет, это... Люк де Йонг. Да, это Люк де Йонг был. Который похож почему-то на Чиро Иммобили. Ладно, 4-3. Отбираем, уходим вперед. Давай, Окампос. Ну, проснись, пожалуйста, уже второе ну, число, не хорошо, первое. Хорошо покушал тоже человек. Ай. И, ну надо... Да что это такое? Так, понял. Все, да? Да. Все, 4-3. Реал Бетис побеждает на своем поле в очередном туре Ла Лиги в новом году. 69-31 по владению, 12-13 по отбору. У Севильи все-таки они побольше будут. 10-6. По ударам, конечно, перестрелял и по тем, и по другим. Но в целом, что скажешь. Ну, если 2 января мы увидим такой огненный матч, я думаю, это будет лучший подарок на Новый год от... Так, испанских футболистов, так скажем, для всех нас. Вот. Потому что что может быть лучше? Выходные, да? Ты с утра проснулся, позавтракал оливьешечкой, включил футбольчик, а тут огненные 4-3. По-моему, прекрасно. Ну что ж, 4-3, Бетис у нас впереди. Большое спасибо Хесус Навасу за такой гениальнейший автогол, то, что он смог разогнаться только не в ту сторону. Увы, ах. Да. Ну... Ставить или нет, это уже ваше право. Наш результат такой. 4-3. Бетис победит у себя дома в очередном туре Ла Лиги. Это Игорь Белоногов после Нового года смог сюда прийти. А это Роман Полинсков. Также смог выбраться. Добрались мы наконец-таки до сюда и продолжаем для вас пилить годный контент. Это была программа FIFA Прогноз. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока. С Новым годом.